у нас будет финальным, и это будет игра за... Это Фонбет, первый букмекер. А это не торт, это Эльбрус. Первая по высоте гора в России. И отличный символ того, что Фонбет уже 30 лет является первым и главным букмекером страны. А это не высота Эльбруса, это фрибет до 15 тысяч без депозита. Если играть, то с тем, кто на вершине. Фонбет, первый букмекер.
Russian Federation. Все вместе исполняем государственный гимн Российской Федерации. Всем привет, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте, наши уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас в Перми. Универсальный дворец спорта вновь приглашает вас посмотреть баскетбол. И вновь два матча за один день. И это, конечно же, самое, что и на есть классная история. Что может быть лучше в воскресенье, нежели чем прийти и посмотреть баскетбол? Начинаем мы наш игровой день с матча между командой «Парма-М». Это молодежка «Пармы» из Перми. Вы их уже видели в деле, они играли совсем недавно с командой Колумбии, причем очень-очень уверенно выиграли. Ну а сегодня пришло время им сразиться с командой из Венесуэлы. А вот как раз на ваших экранах главный тренер венесуэльцев. И надо сказать, что вообще буквально на днях команда Венесуэлы проводила свой матч против сборной России. И там только в концовке сборная России смогла сломить сопротивление Венесуэлы. Так что сегодня ждем очень-очень увлекательный баскетбол. Давайте пробежимся по главным действующим лицам. Начнем с команды гостей. Венесуэла, нулевой номер Андрес Мореро. Под вторым Элиан Сантено. Под третьим номером Хесус Сантено. Седьмой Энрике Медина. Восьмой Диего Сульбаран. Девятый Вилькерман Гомес. Двенадцатый Хесус Лопес. Девятнадцатый Хосе Гонсалес. Двадцатый Диего Мачин. Тридцатый Алан Кабрера. 77-й номер это Джиан Арангурен. И 99-й Энерберт Мата. Главный тренер этой команды Иван Гарсия Крус. В подмогу ему Алексис Седрес. Вот так, наверное, должно быть. И Эберт Байона. К составу Пармы М. Давайте перейдем. Под пятым номером Сергей Вшивков. Седьмой Григорий Головченко. Восьмой Михаил Стафеев. Девятый Михаил Гуляев. Шестнадцатый Дмитрий Федоров. 22-й Семен Шейко. 45-й номер Павел Бородин. 47-й Иван Миронов. 56-й Глеб Кремлев. 58-й Ярослав Жучков. Это капитан команды. 98-й Олег Банщиков. И 99-й номер это Платон Цигвинцев. Тренер молодежки Пармы Антон Катаев и помогает ему Александр Анципера. Ну вот, с главными действующими лицами и познакомились. Обслуживать сегодняшнюю встречу будут судьи Максим Соболев и Илья Шайхумарданов, оба представители России. Старшего судью мы тоже с вами должны отметить, это Алексей Ревенко. И комиссар этого матча Владимир Дадугин. Все. Отчитался. Вместе с вами за этим матчем буду следить я. Меня зовут Никита Фомин. Всем здравствуйте. Всех рад приветствовать. Подключайтесь к нашей трансляции, уважаемые дамы и господа. Это должно быть интересно. Это должно быть очень-очень ярко. Должно быть напряженно. Во всяком случае, предыдущие матчи нам с вами говорят, что именно такого баскетбола мы с вами ждем. Хорошего, напряженного, так чтобы прям до конца была интрига. Последнее наставление от тренеров. Да, скажем, что чуть позже, после этого матча, будет еще одна игра. Там Парма сыграет, по-моему, если мне не изменяет память, со сборной России. Сейчас я сам себя, дорогие друзья, проверю. Да, так и есть. Парма сыграет со сборной России. То есть там уже будет взрослая Парма. Не путаем. Ну а здесь молодежка. Здесь совсем еще молодые парни. Для них, наверное, это очень хороший опыт, тем более, что люди все-таки в Перми на баскетбол ходят. Мы с вами видели их уже вчера. А сегодня, воскресенье, утро, самое время для того, чтобы
прийти, посмотреть, поболеть за парней, насладиться таким вот, где-то, может быть, даже экзотическим зрелищем. Антона Катаева мы с вами слушаем, но здесь предельно все понятно. Антон, конечно же, настаивает на том, чтобы его подопечные ни в коем случае не стеснялись, шли вперед, действовали первым номером. Я думаю, это, наверное, такая прописная истина, если хотите, базовая база. То же самое и Венесуэла, скорее всего, планирует. В общем, настрой наисерьезнейший. Показывают нам Энрике Медину. Ну а вот и арбитры нашего матча. Мы готовы переходить к делу. Надеюсь, что вы, наши уважаемые дамы и господа, тоже готовы. Фонбет, Кубок Дружбы. Сегодня последний игровой день, правильно говорит ведущий. Дайте нам тоже шума в нашей трансляции. Было бы довольно уместно. Вилькерман Гомес на ваших экранах. Против кого? Против Ивана Миронова, да? Судя по всему, да. Именно они будут бороться за мяч. Выигрывает. Нет, все-таки боролся-то Григорий Головченко. Ну и тут же у нас небольшой свисток образовался. И мяч переходит к Венесуэле. Будет его вводить в игру Хосе Гонсалес. Молодец, Хосе. Так ушел в сторону, а арбитр говорит: подожди, 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 дорогой, давай-ка ты вернись сюда, к центру площадки. Венесуэла, неплохо Гонсалес, вышел на вершину, играет налево, трешка с сопротивлением, неплохая, такая пристрелочная, если позволите, трешка. Ну а Парма М отвечает здесь Семен Шейко. У Семена мяч подбивают, и еще и мало того, аута добивается Вилькерман Гомес. Максимально уверенно он сыграл. Сначала подбил мяч. Вот, обратите внимание. Вот, он подбивает мяч. И еще и специально его отправляет прямо в Семена Шейко. Для того, чтобы тот отскочил в аут. И можно было в дальнейшем мяч забрать. Гонсалес. Направо сыграл здесь Гомес. Передача. И у нас нарушение правил. У Пармы М. Так или нет, или не у Пармы М. Давайте посмотрим. Это что, седьмому номеру? Нет, 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 конечно же, не седьмому номеру, это на нем фалили. Григорию Головченко выписали первый фол. Андрес Мореро тоже с сопротивлением 2. Подбор в атаке образовался для Энрике Медина, но он пытался добить, не сумел. А здесь уже явно фалят гости, это Хосе Гонсалес. Нарушает правила, он очень жестко и высоко встречает 22-го номера команды Пармы М, Семена Шейко, и тут же зарабатывает фол. Арбитр рядом, он очень точно разбирается с этим моментом. Выбил мяч Элиан Сентено, но у нас с вами борьба продолжается, и даже вот так вот умудряясь залезть под кольцо, Парма М пытается найти для себя момент, однако все-таки до броска дело не доводит, падает Андреас Мореро, его горшканули, это блокшот, хороший блокшот, без нарушения правил, открытая трешка, и это точная трешка, вот так эффектно Парма М открывает счет в этом матче, зрители довольны. Команды обменялись несколькими любезностями, несколькими интересными атаками. Да, они, может быть, оказались нерезультативными. И получилось пока что за первые полторы минуты только одного точного попадания добиться. Однако, все-таки эффектный момент. Сначала блокшот, а потом еще и такая открытая трешка. Ну а здесь эндуан, судя по всему, для Андреса Мореро. Давайте разбираться. Да, так и есть. Это 2 плюс 1. А первый фол Ярославу Жучкову. Ну, а нам показывают вот ту самую трешку и проход Андреса Мореро. И Андрес забивает. 3-3. Уверенно, 3 очка он для своей команды набирает. Парма. Высоко встретили Семена Шейко. Он сыграл направо. Так, там у нас, судя по всему, что там? Аут, да, в пользу Пармы М. О, классно. Здесь у нас еще и
маскот, талисман, ходит, развлекает людей. Люди, во всяком случае, улыбаются. Это хорошо. Семен Шейко в угол площадки, оттуда интересный бросок и подбор все-таки за Венесуэлой. Вспоминаем сразу же матч ПАРМ против Колумбии, когда парни уже по ходу матча разбросались из углов, и у них начали вот эти трешки из углов залетать. Но здесь сейчас не получилось. Хосе Гонсалес набирает себе 2 очка. Тем же пытается ответить пермская команда. Подбор в атаке за хозяевами, но не все так радужно. Аут у нас с вами образуется. Отмечаем Андреса Мореро. Вот он на ваших экранах. Это он отрабатывает в обороне, не давая мяч забрать Ивану Миронову и продолжить атаку. Да, мяч остается под контролем у пермяков, но приходится атаку с нуля начинать. А время на атаку заканчивается. И вот так вот, не доступая, сколько там, 2 метра, бросок по кольцу, и он оказывается неточным, он оказывается не в цель. Мореро отдал под кольцо, там Ильян Сентено. Ильян попадает под сдваивание, а все, поздно пить боржоми, дорогой друг. Тут уже на тебе 2 игрока, и все. И мяч у тебя выбивают. Прорывается Семен Шейко, на нем фалят, предъявляет претензии Ильян Сентено. Но какие тут могут быть претензии? Все, будь любезен. Еще разок смотрим за этим проходом. Да, здесь явно фалили. Причем, дорогие друзья, вот нужно понимать, что именно Ильян Сентено фалил. Там 2 игрока пытались остановить нападающего Пармы М. Но фалил именно Сентено. Первый штрафной точно в цель. Семен Шейко, и второй тоже укладывает туда, сравнивая счет. У Семена уже 5 очков. В начале матча, ох, как здесь здорово. Поддавливает Парма М, но теперь нужно возвращаться. Не форсирует события Венесуэла. И вот такой вот крюк в исполнении Энрике Медина. Ну, он рослый молодой человек. Ему такие моменты только за радость, когда он может мяч укрыть корпусом, развернуться и крюком его отправить уже в корзину. Очередное нарушение правил у нас образовалось. Давайте еще разок смотреть, как здесь были нарушены правила. А это, кстати, нам показывают уже Энрике Медина. Продавливает он большого Пармы М. Тем временем Семен Шейко пробивает штрафные. Первый в цель. Молодец Семен. У него с точки в начале матча все хорошо. И второй он тоже попадает. Сравнивает счет Парма М. У Семена Шейко уже 7 очков. Он подбирается к десятке. Тут вообще втроем встречают в центре площадки Андреаса Мореро. Хосе Гонсалес показывает, что нужен кто-то ему вот здесь наверху. И этот кто-то тут же откликнулся. Мореро. Трешка. И он точен. Хорошая трешка. Он увидел, что ну, не особенно ему мешают. Почему бы не бросить? Почему бы не попробовать атаковать? Парма М. Наверху прибегает Иван Миронов и попадает. Ох, ребята. Ну что ж, полетели. Дальние броски и у тех, и у других. Хорошее начало. Если так дальше будем продолжать, нас сегодня с вами точно ожидает очень яркая история. И одни, и другие показывают, что да, мы готовы вот к такому открытому баскетболу. Если хотите, давайте в таком же режиме продолжать. Здесь уверенно продавливает Андрес Мореро. Вот он на ваших экранах. У него уже 8 очков. Неплохое начало для него. Он дает своей команде 8 из 12. Пермяки. Но фалит явно Вильгерман Гомес. Сам понимает, что нарушал правила. Но он хотел как лучше. А оно получилось как всегда. Смотрим еще разок за Вилькерманом. Продавливает его Иван Миронов. И Вилькерман фалил. Тут же момент, который создал Андрес Мореро. Ну, это стандартная история, когда он смещается в центр, приходит примерно вот на точку, с которой штрафные пробивают, резко останавливается, его опекун уходит вперед, и он уже бросает. А здесь, судя по всему, 2 плюс 1 на капитане Пармы М. Фол. Отправляется Ярослав Жучков
пробивать штрафной, ну а нам показывают, да, ну тут чистой воды, со спины, Хосе Гонсалес. Его тут же меняют, он направляется на лавку. Середина первой четверти у нас. Кто там, Ярослав Жучков? Вот он. Не попал Жучков, но подбор за кем? Подбор за Венесуэлой. Я думал, удастся продолжить атаку, вот так вот подобрав. Но оказалось, что оказалось. Баран. Абсолютно свободная трешка. Она прямо в ближнюю душку. И здесь Пармаэм на развороте должна идти вперед. Смещается чуть правее Семен Шейко. Нашел для себя вариант. Продвинулся вперед и таким вот как бы флоутером пытался забить. И здесь провоцировал на нарушение правил Винкельман Гомес. Вот он на ваших экранах. На нем фалили. Вот видите, он буквально так подставляется под Ивана Миронова, заставляет валить. И Иван фалит. Винкельман Гомес идет пробивать штрафные. Первый попадает. Это, кстати, первые очки для Винкельмана. Да, первые два очка он набирает. Уверенно разобрался со штрафного. 4,5 до завершения первой четверти. И у нас 14-12. Пармаэм. Очередной свисток у нас тем временем образовался. Так, кто там у нас номер 22, да? Семен Шейко. Валил. Венесуэла. Диего Сульбаран, но абсолютно никем не прикрытый оказался Диего Мачин. Не попал из-за дуги. Арбитр свистит. Что там у нас приключилось? Давайте разбираться. Седьмого номера показывают Григория Головченко. Здесь же Диего Сульбаран на экранах. Вводить мяч в игру будет Венесуэла. Хесус Сентено. Нашел быстро Энрике Медина. Передача налево. Я думал, сопротивлением будет трешка. А нет. Жан Арангурен. Жан. Его успели заблокировать, но у него уже другого варианта не было. Заканчивалось время, отведенное на атаку. Пармаэм в быстром нападении. Ну, отказывается кольцо принимать мяч. Казалось бы, ну все, уже наверняка бросок. Аккуратный, точно в цель, но домашнее кольцо мяч выплевывает. Джиан Арангурен оставил мяч на вершине. Сам побежал под кольцо. Передача на все того же Арангурена. Он из-за дуги попадает. Парма. Семен Шейко. Вообще не попал по счету. Хотел мяч спасти Михаил Гуляев. Вот подавливает Пармаэм. Но здесь уже сложно будет без нарушения обойтись. И приходится пермякам отходить. Венесуэла с мячом. У нас концовка первой четверти. Налево играет Джиан Арангурен. Передача на Диего Сульбарана. Ох, какой проход получился. Еще два очка для Венесуэлы. Классный пас на Ивана Миронова. Миронов. Трешка. Но прямо в ближнюю душку. Мяч у Элиана Сентено.
полагаются игроки Пармы на дальние броски. Может быть, имеет смысл точно так же, как Венесуэла, пробовать прорываться под кольцо и там что-то находить. Сентено. Три. Опять же в душку. Не летит ни у одних, ни у других. Пока что бросок с сопротивлением из угла. Это бросал Иван Миронов. Не попал. Подбирает Михаил Гуляев. На нем очень плотная опека. И он очень хороший пас выдает в центр. Но и здесь не удается уже из-под кольца набрать. Ну не идет от слова совсем. Что ты будешь делать? Так. Нарушение правил у нас образовалось. Джиан Арангурен на ваших экранах. И такой уже напряженный, даже с потом на лбу Антон Катаев. Смотрим. Подставляется под Арангурена Иван Миру. Нет, это не Иван, это Григорий Головченко. Замена у Венесуэлы. У нас приближается последняя минута первой четверти. Появляется на площадке Хесус Лопес. Хесус Сентено. Лопес. Сыграл налево, тут же сместился в сторону правого угла. 3 под 45, мимо, но под кольцом образовался Джиан Арангурен. Он мяч забрал, на нем тут же фолят. Ну, здесь какие вопросы, да? Глеб Кремлев на ваших экранах. Он нарушает правила. Вот в этом моменте, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло команде Венесуэлы. Неточный бросок, и образовались два штрафных. Первый попадает Джиан Арангурен. И уже, обратите внимание, плюс 8 для Венесуэлы. И уже плюс 9. Арангурен точит. У него 5 очков в активе. Шевков. На вершине оказался Сергей. Средний. Вот по РВМ, но это вообще не точный бросок. То есть даже не в душку. Даже не в щит. Венесуэла. 3 под 45 попадает Диего Мачин. Нужно, видимо, брать тайм-аут. Да, Диего Мачин очень эмоционален. 24-12 проблемы у Пармы М. Как-то перевалив через середину первой четверти, возникли проблемы у команды Антона Катаева. Нет попаданий. Это то, как раз над чем придется сейчас работать. А вот Венесуэла, она работает спокойно. Давайте послушаем, что говорит Антон Катаев. И пока мы с вами наблюдаем за моментами, которые у нас образовались в концовке первой четверти, это нам показывают с разных ракурсов бросок Диего Мачина. Он попадает, он точен. Ну, наверное, резюмировать то, что говорит Антон Катаев, довольно просто. Во-первых, он хочет от Глеба Кремлева подборы. Кстати говоря, Парма М в предыдущем матче против Колумбии, она очень-очень здорово подбирала, и там даже были наметки на дабл-дабл у игроков Пармы М. Они вдвое больше подобрали. Но пока что вот в этом матче не работает. И Антон Катаев требует от своих подопечных, что, ребята, давайте будем подбирать, давайте что-то поменяем, давайте попробуем как-то найти свою игру. И нам нужны и подборы, и попадания. То есть логика предельно простая. Последняя минута первой четверти. Сергей Вшивков сыграл на Ярослава Жучкова. Ярослав подставляет спину, хочет продавить соперника. Здесь ему заслон подставляют, но на него уже переключается другой игрок. Вшивков сместился. Все-таки играет обратно вот туда за дугу. Вшивков его контролирует, а он здорово скидывает туда в краску. Подбор неплохой за командой Парма М. Вшивков, флоутер. Ну что такое? Кольцо отказывается мяч принимать. И Вшивков, ну, уже буквально продавливает. С мясом заносит и добывает для своей команды вот те самые долгожданные два очка, чтобы как-то сдвинуть дело с мертвой точки. Двадцать одна секунда до завершения первой четверти. Да, явно сегодня самый настоящий вызов для Пармы. Там нарушение было внизу. Томики.
Ярослав Жучков. Ставит ему заслон Глеб Кремлев. Жучков. Ох, какой отбор! Но это все-таки аут. Тут, наверное, мы должны отметить Джана Арангурена. Вот он на ваших экранах. Здорово он отработал. Вот смотрите, еще разок. Выбивает мяч у Ярослава Жучкова. Сам пытается его достать, но мяч улетает в аут. В этом плане парме повезло. Но времени очень мало на то, чтобы атаку довести до ума. Всего 2 секунды. То есть здесь получение бросок. Третьему номеру, это Хесусу Сентено, выписывают фол, и идет пробивать Ярослав Жучков штрафные. Может быть, даже и удачно получилось для Пармы. Тут 2 очка можно набрать при желании. Ярослав Жучков. Первое попадание, первый точно в цель. И второй тоже в цель. Времени, наверное, не хватит у Венесуэлы, чтобы организовать атаку. 2 секунды. Придется бросать с центра. И это бросок с центра площадки. Но мяч попадает прямо в щит. Мы с вами заканчиваем первую четверть со счетом 24-16. Давайте маленькую паузу сделаем и продолжим. Пока мы с вами наблюдаем подборку ярких моментов первой четверти, давайте поговорим о статистике. Что мы имеем к этому моменту? Лидером нападения у Венесуэлы становится Андрес Мореро. У него 8 очков в активе. Поддерживает его Джан Арангурен. У него 5 к этому моменту. И еще несколько баскетболистов набрали по 2 очка. Процент реализации штрафных бросков, обратите внимание, 100% у Венесуэлы, 86% реализация штрафных бросков у Пармы М. То есть в этом плане, конечно, это очень крутая статистика. Ну а что касается трехочковых, пока по 30% у одних и у других. Но вот обратите внимание, в чем разница. Процент реализации двухочковых бросков у Венесуэлы, он в принципе более-менее 56%. Это нормально. А вот у Пармы М есть определенные проблемы. 22 броска, это очень скромно, это очень мало. Надо что-то с этим делать. Пока Парму М тащит вперед Семен Шейко. У него 7 очков в активе. Но давайте в эту бочку меда, ну хотя, если можно это назвать бочкой меда, добавим немножко дегтя. Поговорим про фолы. Пока у Пармы М, у Ярослава Жучкова, Ивана Миронова, Семена Шейко, у Григория Головченко и Глеба Кремлева по одному фолу персональному. Что касается Венесуэлы, здесь Хосе Гонсалес, у него уже 2 и 4 игрока, у которых по одному замечанию. Это Вильгерман Гомес, это у нас с вами Элиан Сентено и Андрес Мореро, ну и еще Хесус Сентено. Вот тоже одно персональное. Все, вторая четверть у нас с вами стартовала, давайте ее смотреть. Не такое большое преимущество у Венесуэлы. На старте второй всего-навсего 8 очков. То есть это, в принципе, играбель. Арангурен налево сыграл. Нет, не бросает под 45 Диего Мачин. Зато идет вперед Алан Кабрера. Передача под кольцо. Из-под двоих пытался Энрике Медина что-то придумать. Но его все-таки смогли остановить. И самое главное, без нарушения правил. Пармаем. Отличная передача. Ох, хорош. Вот здесь Сергей Вшивков. Ну, это ж не пас. Это Рафаэлка была прямо туда, под кольцо. И там уже Сергей Вшивков, конечно же, должен такое забивать. Вшивков сам подобрал под своим щитом.
Его высоко встречает Джан Рангурен. Шивков играет на Ярослава Жучкова. И еще одна передача вот туда проникающая под кольцо на Глеба Кремлева. Но до Глеба мяч не дошел. Как будто бы венесуэльцы этого и ждали. О-хо-хо. Хорош Кремлев под своим кольцом отрабатывает. Быстрая атака. И идет продавливать Платон Цигвинцев. Играет вот туда за линию. За трехочковый. И уже из угла полетел. Шикарный бросок Михаила Гуляева. Пармаэм оформляет рывок в начале второй четверти. За полторы минуты она, по сути, нивелировала отставание. И теперь всего лишь одно владение разделяет Венесуэлу и Пармуэм. Тут же, естественно, идет у нас с вами тайм-аут. Венесуэла будет что-то придумывать. Ну, а мы с вами говорим о том, что рывок 5-0 в начале второй четверти. Здесь мы, скорее всего, с вами не разберем, что говорят. На что же там бывает Иван Гарсия Круз. Единственное, наверное, что мы можем понять, он очень эмоционален. И, наверное, он недоволен. Его парни такой вот рывок пропустили. Смотрим еще разок за действиями Цигвицева. Все внимание на него. Три игрока на нем. И никто не замечает притаившегося за дугой девятого номера Михаила Гуляева. Все правильно сделал Платон Цигвинцев. Внимание на себя стянул. Освободил пространство Михаилу Гуляеву. Михаил его вознаградил точным трехочковым. Ну, братцы, оно, конечно, не совсем понятно. По сути, понятно. По сути, понятно. Что хочет Иван Гарсия, чтобы его парни, наверное, не пропускали вот такие быстрые контратаки и не пропускали, если позволите, бесплатные очки. Рангурен. На нем сдваивание. О, хороший момент. Ну, здесь смахивает мяч в аут Глеб Кремлев. Вот он на ваших экранах. Венесуэла пришла на чужую половину. Смещается налево Хесус Лопес. Мяч оставляет. Передача на Рангурена. Он идет вперед и подключает Энрике Медина. Ну а Энрике разбирается, добывает для своей команды 2 очка. У него 4 в активе. Кремлев развернулся с отклонением. Все нормально, все хорошо, все точно. Вроде бы здорово пришел, развернулся. Такой получился бросок непростой. Но тем не менее, казалось, что попадет. Оказалось, что казалось. Показывают нам Энрике Медина и его попадание. Снова сдваивание, причем довольно высоко на Джиани Арангурене. Заставляют его там принимать какие-то необдуманные решения. И разбирается Пармаэм. Она оставляет Венесуэлу без атаки. Обратите внимание, да, этот взгляд, он, по-моему, друзья мои, очень-очень говорящий. Плюс 5 для Венесуэлы. Пермяки в атаке. Неужто они не успели мяч ввести в игру? Так, нет, все-таки тут в другом месте было нарушение. Так, Алан Кабрера, номер 30. А, нет, это Алан Кабрера, он появился. Ага, так там, оказывается, в обе стороны были персональные замечания. Парма. Классная передача в угол, но это... Только я хотел сказать, что это то самое супероружие, за счет которого Пармаэм достигает успеха, но... Несколько Михаил Гуляев нас расстраивает, он не попадает. Мало того, там еще и время на атаку закончилось. Сергея Вшивкова нам показали, он отправился на скамейку. В этот момент Венесуэла очень быстро приходит на чужую половину. Андрес Мореро.
сместился, сыграл чуть левее, обратно мяч получил, а почему не бросить? И он прямо в лоб бросает, но попадает в ближнюю дужку, подобрал Григорий Головченко. Тут же мяч скинул партнеру, Головченко хочет помочь, подставить заслон. Ой-ой-ой, тут может быть потеря, и это снова, кстати, довольно цепкий Вилькерман Гомес, мы его сегодня уже отмечали. Здорово, он отрабатывает в обороне, обратите внимание, вот он. Встречает высоко Семена Шейко, мяч убивает и вот так самоотверженно за этот мяч борется, пытаясь его оставить в игре. Ну, нельзя его не отметить, молодец. Но Парма М будет продолжать идти вперед, у них еще 13 секунд на владение. Вводит мяч в игру Ярослав Жучков. Освободился Семен Шейко. Отдал здорово Платону Цыгвинцеву. Платон не попадает. Так, ну а там по рукам досталось Энрике Медина. Старался выбить мяч у него Иван Миронов. Но все же попал по рукам. Для него это... Так, какой там фолт? Сейчас мы с вами посмотрим. У Ивана Миронова это уже второе персональное замечание. Так, Венесуэла в атаке расставляется. Гомес на вершину. Передача на Андреса Мореро. Мореро пытается раскачать. Ох, какой перевод под кольцо! Это такой настоящий трюковый какой-то розыгрыш. Такой лей-ап. Если бы это еще и точно в цель, если бы Хесус Лопес там танканул, ну тогда это очень яркий момент. Но опять же, вот если бы ДКБ, мы с вами постоянно с вами сваливаемся на вот эти разговоры о том, что если бы ДКБ, но история сослагательных наклонений не терпит. Еще раз показывают Лопеса, но этот эпизод заигран. Семен Шейков пробивает штрафные. Делая отчет 26-22. Есть у него шанс до одного владения сократить отставание. И он это делает. Плюс 3 у Венесуэлы. Середина второй четверти. Нарушение. Ой-ой-ой-ой. Фол в атаке вот такой. Подставляется здорово. Ярослав Жучков провоцирует на себе фол. Это потеря для Венесуэлы. Такими темпами вообще может сравнять счет. Или же подтянуться до минимума. До минимального, наверное, вот так правильнее отставания Парма М. Фалил Энрике Медина. Молодец Ярослав Жучков в этом моменте. С огромным трудом вводит мяч в игру Парма М. И она, судя по всему, его теряет. Да, аут в пользу Венесуэлы. Негодует Семен Шейко относительно происходящего. Давайте разбираться, от кого мяч ушел, но... Конечно же, Семен рассчитывал, что будет свисток в пользу его команды, однако арбитр немножко по-другому распорядился. Он сказал, что наоборот. От Семена Шейко мяч улетел в аут, а значит, владение будет за Венесуэлой. Вильхерман Гомес. Медина. Там его подавливают. Медина! Бросал, но это уже такой вынужденный бросок. Там заканчивалось время. Отлично против него Григорий Головченко отработал. Парма М. Кресты. Трешка. Оу! Какая трешка получилась! Крутейшая! Но срывает аплодисменты и Михаил Стафеев. Хороший момент. Так, выписывают Ярославу Жучкову нарушение. Да, вот нам показывают, как Михаил Стафеев попал. Гонсалес играет на Андреса Мореро. Мореро. Сместился, передача за дугу. И Элиан Сентено.
попадает абсолютно свободные три очка. А здесь ответ от Пармы М. Подбирает Венесуэла. Плюс 3 пока у Венесуэлы. Да, переходит мяч команде Парма М. Нам показывают несколько раздосадованного Хосе Гонсалеса. Высоко встречают пермяков, но уверенно Семен Шейко перебирается на чужую половину. Казалось бы, он позвал кого-нибудь из партнеров, чтобы ему помогли наверху. А вот здесь на тоненького было в плане заслона Михаил Стафеев. 3 из-за дуги, но не попадает мяч в корзину. Хотя вроде бы все хорошо, и он там уже закрутился. Казалось бы, ну зацепись, но нет. Нарушение правил у нас тем временем. Это у Пармы М. Михаил Стафеев фолит. Вот-вот-вот момент, когда он фолил. Так, там у нас случайно перебора по фолам еще нет. Показали бросок Ильяна Сентено. Нет, пока еще это бесплатные фолы. Ведущий поддерживает, конечно же, Парму М и призывает наших болельщиков сделать то же самое, чтобы парни уверенно оборонялись и не пропустили. 5 секунд на атаку. Неподготовленная трешка, но это хорошая трешка. Очень уверен. Попадает 19 номер. Это Хосе Гонсалес. 32-26. У Гонсалеса уже 5 очков в активе. Ответ от Парму М. И, наконец-то, это хороший ответ. Молодец Михаил Стафеев. 2 точные трешки он уже заваливает в концовке второй четверти. Ну и здесь Андрес Мореро заставляет на нем фалить. Фалит Семен Шейко. Очень хорошая пока игра. Очень хорошая. Смотрим за действиями Андреса Мореро. Ну и, конечно же, 3 очка от Михаила Стафеева. Причем, обратите внимание, да, вот здесь видно было, как Михаил Стафеев своему визави Хосе Гонсалесу, по-моему, вот мне показалось, что это он показывал, что я тебя не вижу, я тебя не вижу, я тебя просто не замечаю. Ты можешь что угодно делать, я все равно попаду. Андрес Мореро тем временем 2 штрафных. Он попадает, и плюс 5 для Венесуэлы. 3 с небольшим до завершения первой половины. Сергей Пшивков. Сергей, какой проход, он играет направо. Но приходится поднимать мяч вот сюда. Обратно за дугу, неплохой заслон. Передача в угол. Вмещается Пшивков. И нет, не забивает. Но нарушение у Венесуэлы. Так, стоп, так это... Нет, все-таки Сергею Вшивкову это свистнули. Да, я сначала подумал, что это на нем фалили. Это оказалось, что он фалил. Вшивков. А, нет, дорогие друзья, я прошу прощения. Это как раз засчитали 2 очка. То есть это не фол был, прошу прощения. В этой, во всей кутерьме и самотохе я запутался. Приношу свои извинения. Андрес Мореро. У Мореро пытаются мяч выбить, а он продавливает. Смотрит на арбитра, требует свисток. Но ему не дают этот свисток. Он хотел 2 плюс 1. Оу, классное попадание. Сергей Вшивков набирает для своей команды, делает 38-33. Старается не отпустить Парма М. Венесуэлу вперед. Вшивков подбирает. Сыграл вперед на Григория Головченко. Григорий! Не удается ему мяч отправить в корзину. И это нарушение правил. Приближается последняя минута второй четверти. Михаил Стафеев. Так, у
Какой там у Михаила Стафеева уже фол. Это, по-моему, это третий для него. Ну, а нам показывают, как действует Андрес Мореро. Ну, и вот его реакция. Он требует. Требует свисток. Кеннер Бертмата пробивает штрафные. Первый попал. И второй он тоже попадает. Термики выбивают мяч у Платона Цыгвинцева, но благо есть подстраховка. Сергей Шивков играет на Цыгвинцева, тот смещается и крюк классный заваливает. Молодец, оттолкнул аккуратно одной рукой соперника, второй рукой отправил мяч точно в цель. Всего-навсего 5 очков разницы. Абсолютно свободная трешка под 45. Подбирает Парма М. Спешить не нужно. Сергей Вшивков. Просит Григория Головченко вот сюда на вершину. Вшивков. На Платона Цыгвинцева. Платон идет давить. Развернулся. Бросает подбор в атаке за Пармой М. Неплохой. Последняя минута второй четверти. Головченко разворачивается, но против него большой. Головченко с отклонением, тоже такой степ-бэк у него получился. И он пытался бросить, но все-таки его накрывают. Отличная передача у Венесуэлы. Они продолжают атаку и тоже никуда не спешат. Им это невыгодно. Андрес Мореро. Идет трехсекундную, бросает и от щита забивает. Против этого нулевого номера очень сложно. У него уже 14 очков в первой половине. Тайм-аут за 32 секунды до завершения первой половины, уважаемые дамы и господа. Давайте мы поговорим о статистике. Пока самым результативным у команды гостей является именно Андрес Мореро. У него 14. В активе у Вилькермана Гомеса 7 очков. Причем, обращаю ваше внимание на то, что реализация штрафных бросков все еще 100% у гостей. Так, и они примерно 50% двухочковых реализуют. Так, давайте послушаем Антона Катаева. Ты один, Сэм, три, Мирон, ты сядь будешь, углу вправо. Приведешь мяч. Развернешься в сторону Платона, на заслон. Платона скачешь наружу и пойдешь. Сюда нет, ничего не даем, занимаем защиту. Идешь, ставишь даунскрин. Чуть завести вправо, даунскрин. И здесь посмотреть эту передачу тебе во вторую. Ну, не совсем я понял замысел Антона Катаева. Самое главное, чтобы его поняли игроки. Мы с вами смотрим подборку хороших моментов. И в основном эти хорошие моменты у команды Венесуэлы связаны именно с нулевым номером, с Андресом Мореро. Он очень много дает своей команде. И вот такие вот из-за дуги очень точно сопротивлением забивает. Здорово пролезает под кольцо, постоянно заставляет на себе палить. Но это лидер нападения, дорогие друзья. Всего лишь 2002 года рождения этот молодой человек. Но надо сказать, что здесь все очень юные. Все родились уже в нулевых. У Пармы М, так там вообще парни 2006-2007 года рождения имеются. Ну, а то она и молодежка Пармы. Разворачивается и пытается продавить Григорий Головченко. Но все-таки этого большого Венесуэлы сложно продавить. Элиан Сентено, он один из самых возрастных. Если позволите, ему 24 года. Он еще и очень-очень высокий. Не поддается он никоим образом на вот это давление, которое предлагает ему Григорий Головченко. Смотрим за действиями Григория. Вот он как раз борется против большого Венесуэлы. Тем временем Андрес Мореро встает на точку. Первый попадает. Такими темпами мы можем с вами закончить первую половину с преимуществом в 10 очков у Венесуэлы. А пока 8. Второй промазал Андрес Мореро. Воу!
такое столкновение. И без нарушения правил обошлись. Неточная трешка. Заканчивается первая половина со счетом 43-35. Плюс 8 для Венесуэлы. Но, дорогие друзья, как это будет, вся игра еще впереди. Мы отправляемся на большой перерыв. Никуда не уходите, дальше больше. Будьте с нами, уважаемые дамы и господа. Во второй половине, я уверен, будет интересно. Это Фонбет, первый букмекер. А это не торт, это Эльбрус. Первая по высоте гора в России. И отличный символ того, что Фонбет уже 30 лет является первым и главным букмекером страны. А это не высота Эльбруса, это фрибет до 15 тысяч без депозита. Если играть, то с тем, кто на вершине. Фонбет, первый букмекер. Это была хорошая попытка, но в этот раз не сложилось. В любом случае, 5000 ребятам твоим. Этот чек от этой прекрасной девушки достается тебе. Фотография, разумеется. Спасибо.
Ну что, уважаемые дамы и господа, давайте потихонечку возвращаться в универсальный дворец спорта «Молот», где совсем скоро стартует третья четверть в матче между Венесуэлой и Пармой М. И все это в рамках «Фонбет Кубка Дружбы». Команды уже появились на паркете, они готовятся вовсю. Давайте и мы с вами тоже будем готовиться. К третьей четверти подведем некоторые итоги. Что мы имеем за первую половину матча? А в плане количества атак здесь примерно все на равных. И недаром нам показывают проценты реализации бросков. Обращаю я ваше внимание, что вторая четверть закончилась со счетом 19-19. Это очень-очень неплохо. Но в плане процента реализации двухочковых, обратите внимание, все хорошо у Венесуэлы. У них почти 50% реализация двухочковых. В плане трехочковых здесь все на равных. Каждый третий бросок точно в цель. Штрафные броски Пармаем потихонечку подправляет, и оно становится чуть лучше. Здесь тоже примерно на равных. По 90% реализация штрафных. Отсюда, наверное, и примерно равный счет. Ну как примерно равный? Все-таки вот та самая разница в реализации двухочковых, она делает результат. И имеется плюс 8 для команды Венесуэлы. Надо что-то менять команде Ивана Катаева. Это точно для того, чтобы возвращаться в этот матч. То есть, по-хорошему, моменты, когда Парма М подтягивалась на дистанцию одного владения, их было два в концовке первой половины. Но вот этот молодой человек, он все-таки создает разницу. Он очень много дает своей команде. У него к этому моменту уже 15 очков. И он пока единственный из всех, кто находится на паркете, кто преодолел рубеж в 10 набранных баллов. У Андреса Мореро уже 15 к этому моменту. Что касается игроков Пармы М, то пока самым результативным становится Семен Шейко. Помогает Сергей Вшивков. У Шейко 9 очков, у Вшивкова 8. Михаил Стафеев поддерживает это дело. У него пока 6 набранных баллов. Ну и у Венесуэлы тоже есть люди, которые помогают Андресу Мореро. Это, в частности, Вилькерман Гомес, у которого 7 набранных баллов. Но пока, будем честны, пока все на плечах нулевого номера, который идет вперед в начале третьей четверти. Неплохие кресты. Еще одни. Хосе Гонсалес играет на вершину. Сентено смещается. Сам ставит корпус. И вот здесь перевод направо. Неплохо так действует Парма М в обороне. Старается не дать бросить. Трешка неподготовленная. И эта трешка не точна. Вот здесь Парма М оборонялась хорошо. Но теперь надо как-то свою атаку придумать. Иван Миронов. На Иване фалят. Да, тут явно Элиан Сентено не то что там руки положил, он так прям приобнял своего визави. Вот-вот-вот момент. Вот здесь он обнимает игрока Пармы М. И это нарушение правил. Вводит мяч в игру Иван Миронов. Снова очень плотно давят на Григория Головченко. Трешка в лоб. Но мяч попадает в дальнюю дужку. Подбор в атаке за командой Парма М. Так, а все-таки нарушение это правил у Венесуэлы, да? Вот это глаза у Семена Шейко. Очень говорящий взгляд. А, так там нарушение это Григорию Головченко. Нет. Поправка небольшая от судей последовала. И давайте смотреть дальше. Парма М. Вот это отличный момент. Все правильно. Хороший подход к щиту. Останавливается Иван Миронов. Мимо него проскочил игрок Венесуэлы. Миронов посмотрел, рядышком никого нет. Все, пространство есть, можно бросать. Абсолютно логичный средний. А здесь сверху Энрике Медина. Красиво, вопросов нет. 45-37. Ну что, пермяки, есть ли еще порох в пороховницах? Должен быть. Ай-яй-яй, чуть потери вот здесь не образовалось, но сумел мяч сохранить Михаил Стафеев.
средний в исполнении Ярослава Жучкова. Подбор в атаке хороший. Вот та самая игра по РММ, когда появляются подборы в атаке. Накрывают Стафеева. Венесуэла никуда не хочет торопиться. Андрес Мореро говорит: дайте мне пространство. Я переверну не то, что эту игру, я переверну весь мир. На нем фалят. И у него будет два штрафных броска. Ну вот что ты с ним будешь делать, ну, друзья мои? Ну что с ним делать? Нам показывают момент, когда очень уверенно блокшот организовал Элиан Сентено. И данк Энрике Медины. Андрес Мореро на точке, он попадает. Если он так дальше будет продолжать, он будет для своей команды создавать комфортный перевес. Этот перевес, возможно, сыграет свою роль в концовке этого матча. Конечно же, для Пармы М очень важно не отставать здесь, сейчас, не пропустить никакой рывок, потому что четвертый ты уже не вернешься, учитывая то, как обороняется Венесуэла. Она, как видите, очень плотно действует против игроков Пармы М, не давая им разыграться. То есть даже если мы с вами отмечаем подборы в атаке, которые начинают появляться у Пармы М, а дальше-то, то есть очки второго шанса, хорошо, они у вас есть, но вы ими не можете воспользоваться. Опять же, из-за игроков Венесуэлы, которые активно мешают. Неужто фалил седьмой номер Пармы М? Да, Григорий Головченко фалит. Вот, смотрите, его буквально вынуждает Энрике Медина. Да, Энрике, он как танк идет вперед. Вот он движется, движется, движется. Молодой Григорий Головченко, всего лишь 2007 года рождения. Ну а что ему еще остается делать? Ему ни в коем случае нельзя этого большого пропускать. Ну а подбор в атаке у Венесуэлы. Это вот то, о чем мы с вами только что говорили, но уже в обратную сторону. То есть это очки второго шанса для Венесуэлы. Ну а кто ими пользуется, вы сами все видите. Уже плюс 11 для гостей. Энрике Медина фалит. Давайте смотреть. А вот теперь уже это, что называется, лаверды. Григорий Головченко заставляет фалить Энрике Медина. У него третий фол. Парма М. Семен Шейко шел под кольцо, не дает ему там ничего сделать Эннеберт Мата. Надо бросать. Да, не самая подготовленная трешка. Быстрая атака, отмечается Венесуэла. Ого-го! Какое подключение! Это фол в атаке! Это фол в атаке, чистой воды. Успел здорово подставиться Ярослав Жучков от быстрого Хесуса Лопеса. Вот смотрите, вот. Да, успел пятки прижать к площадке Ярослав Жучков. Это отлично, он подставился. И обратите внимание, да, снова с этими длиннющими руками Эннеберт Мата мешает игрокам Пармы. Ну, неудивительно, тут несколько игроков таких очень-очень рослых у команды Венесуэлы, которые, учитывая еще и размах рук, ну, они молодым парням из Пармы мешают, конечно же, создавать броски. Сдваивание организовалось на Жучкове. Хорошая передача на Сергея Вшивкова. Вшивков идет под кольцо, не забивает. Подбор за Элианом Сентено. Быстрая атака. Нет, это быстрая атака ничего не дает. Мяч просто улетает за лицевую линию. Если бы чуть послабее это было, тогда да. Тогда, наверное, игрок Венесуэлы до мяча бы добирался. Сергей Вшивков на ваших экранах. Вшивков. Передача. Продавить и зайти в трехсекундную пока не удается. Бросает Михаил Стафеев. Так, там нарушение правил, судя по всему, Кремлеву, да? Да, так и есть. Глебу Кремлеву свистнули. У Глеба Кремлева второй фол. Да, вот в этом моменте он подталкивал Эннеберта Мату. Мата вынужден под давлением Михаила Стафеева мяч отдавать. Мата чуть в
шпагате не растянулся. Так, и у нас снова нарушение правил. На этот раз Сергей Вшивков попадает к нам на экраны. Активно подсказывает Сергей, а мяч в игру будет Венесуэла. Джоан Рангурен, Парма М, уже 4 общей команды фола. Мама дорогая, вот это трешка в лоб. Ну, ребята, вот это закапывайте меня под вишней. Хосе Гонсалес. Такую мощную заряжает из-за дуги, но это, конечно же, время для тайм-аута. Венесуэла отрывается, что-то надо делать Антону Катаеву. Давайте попробуем послушать, что будут предпринимать, какие планы. Понятно, задумка Антона Катаева. Он хочет, чтобы мяч пришел в трехсекундную зону. То есть, логика предельно простая здесь. Надо каким-то образом находить моменты именно там, в краске, под кольцом. Вот такая логика у Антона Катаева. Давайте посмотрим, как это все будет реализовано. 5,5 до завершения третьей четверти. Сергей Вшивков должен будет доставлять мяч на чужую территорию. Вшивков, на нем фалят. Фалит Хесус Лопес. Вот смотрите, вот Хесус старается мяч выбить, но все-таки нет, все-таки он фалит явно. Пробивать будет Сергей Вшивков. Не попадает Сергей первым. Казалось бы, мы с вами совсем недавно еще говорили про процент реализации штрафных. Он у тех и у других очень хороший. Выше 90. Но вот сейчас Вшивков не попадает оба штрафных. И это проблема. Джоан Рангурен. Вообще, в такой ситуации нужно хоть что-нибудь, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Пусть это будут штрафные, не суть важно. Венесуэла как будто бы на кураже. Трешка под 45. Не в цель. Шивков. Ну, вот теперь, наверное, должен план Антона Катаева реализоваться. Заслон. Шивков играет на Платона Цыквенцева. Платон пошел в трехсекундную. Шивков. Надо бросать. 3 секунды на атаку. И Сергей Шивков. Казалось бы, с сопротивлением не самый рослый игрок, парень 2006 года рождения, попадает в такую классную трешку. Для него это уже 11 очков в этом матче. Молодец. Все неплохо. Делает 52-40. Ну, правда, плюс 12 для Венесуэлы. Может быть, такие моменты эмоционально раскачают хозяев. Подбор за Венесуэлой. Да. Подбор за Венесуэлой. Фалит Глеб Кремлев. Его эмоции понятны. Смотрим за действиями Сергея Вшивкова. Вот он с сопротивлением. Там, казалось бы, против него Хесус Лопес выпрыгивает. Но Сергей даже, наверное, в большей степени с отклонением вот так бросал и очень точно попал. Ну а на ваших экранах раздосадованный Глеб Кремлев. Элиан Сантено. Пробивает штрафные. Первый попадает. Для Сантена это всего-навсего четвертое очко в этом матче.
А второй не попадает. Но подбирают все-таки гости. Джиан Арангурен. Как же так, он прямо по центру прорывался. Спитка на Эноберта Мату. Мата из-за дуги. Еще один подбор за Венесуэлой. Сантено. Передача. Здесь Мата. Играет направо. Снова на вершину поднимают гости. Средний. И это средний неточный. Но вот подбирает Михаил Гуляев. Не смогла Венесуэла добыть для себя в этой атаке что-нибудь в плане очков. Сергей Вшивков. Ну, абсолютно свободная трешка. И она туда! Бабах! Иван Миронов попадает. Так, остается у нас с вами плюс 10 для Венесуэлы. Потихонечку отставание начинает таять. Смещение, перевод на Джиана Арангурена. Мяч-то выбит, аут, аут в пользу Венесуэлы. Давайте еще разок смотреть. Ага, вот здесь как раз выбивают мяч у Элиана Сантено. Ну, а нам показывают тут же Ивана Миронова и его трешку. Венесуэла. Очень тяжелый бросок. Ну а там заканчивалось время, отведенное на атаку. Поэтому пришлось довольствоваться вот таким средним. Отоборонялась Парма М. Иван Миронов играет на Платона Цигвинцева. Цигвинцев на Сергея Вшивкова. Вшивков подзваниванием оказался. Но еще одна трешка из угла. Ох, ребята, полетели дальние броски. Ярослав Жучков, все, вот да, вот они эмоции, вот они, то, чего мы хотели. Подзавелись пермяки, и тут же все начинает работать. 53-46. Уже не такое большое преимущество. Давайте мы с вами посмотрим, какой рывок у нас в этой четверти. Ну, пока что, наверное, это сложно назвать рывком. Это 10-11 третий. Пока что определяющей была именно первая четверть. Там было плюс 8 для Венесуэлы. Вторая четверть равная. А в третьей пока что плюс 1 для Пармы. Смотрим за действиями Сергея Вшивкова. Классная скидка в исполнении Григория Головченко. Ну и здесь бросай не хочу. Ярослав Жучков попадает из-за дуги. Тем временем на фоне меня активничает Иван Гарсия Круз. Это главный тренер Венесуэлы. Ну, явно он что-то говорит про пик-н-роллы. То есть он, видимо, хочет через пик-н-роллы поиграть. А почему нет? То есть, ну, это самый такой базовый, пожалуй, инструмент в баскетболе. Посмотрим, как все это у них будет реализовываться. Если оно будет вообще реализовываться. 2.48 до завершения третьей. Джиан Арангурен. Арангурен сам себе и подыгрывает и отдает на Алана Кабреро. Неточный бросок подбирает Пармая. Как-то разладилась игра у Венесуэлы. Прорывается Иван Миронов. Нет, не забивает. Пытался подобрать. Не получилось. Арангурен встречается. Ой, как здорово его здесь накрыли. Отличная оборона. Жучков. Просит Сергей Вшивков подмогу. Так, и на Сергея Фалят. Ну-ка, давайте еще разок смотреть. А, вот момент нарушения. Я сначала подумал, что Джиан Арангурен фалил. Классная оборона. Григорий Головченко. Но на самом деле фалил 30-й номер Алан Кабрера. Вшивков. Не попадают штрафные. Что произошло? Но второй точно цель. Вообще у Сергея Вшивкова, по-моему, это первый штрафной, который он попадает. Да, у него один из четырех. Это очень скромно с точки. Кабрера.
справа Кабрера, играет налево Диего Сульбаран. Ой-ой-ой, какая ошибка Хеннеберт Мата. Думал, что кто-нибудь там будет трехсекундный под кольцом ждать его передачи. Отдавал, там вообще никого не было. Партнеры были все на периметре. Это, по сути, подарок для Пармы. Ярослав Жучков. Платон Сиквинцев разворачивается на нем. Сдваивание. Платон! Но был близок. Это был бы очень классный бросок на 2 очка, если бы он попал. Венесуэла на подходе, последняя минута третьей четверти. Ой-ой-ой, вот это было красиво. Вопросов не имеем. Диего Мачин. У него 6 очков в активе. Сергей Вшивков. Сергей постарается раскачать своего визави. Надо кому-то отдавать, надо кому-то отдавать. Но фолит на Сергея. Снова Алан Кабрера. Раз за разом Вшивков его провоцирует. Кабрера фолит. Нам еще разок показывают Диего Мачина и его трешку. Последняя минута третьей четверти. Сергей Вшивков. Надо попадать. Попадает первый. Надо свою статистику как-то равнять. Улучшать, называйте как угодно. Молодец, Шивков, 2 из 2 в этом моменте. 56-49. Парма М не отпускает пока Венесуэлу. Дошел мяч до Диего Сульбарана. Сульбаран играет на Мачина. Здесь же Арангурен. Прорывается под кольцо и легкие 2 очка. Да, дали ему пройти. Джиан Арангурен набрал для своей команды еще 2 очка. Он потихоньку подбирается к десятке. Жучков вот сюда на Сергея Вшивкова. Неплохой пас Дмитрия Головченко. И шикарный проход получился. Это в ответ 2 очка. Вот такие у нас здесь зрители великолепные имеются. Платона Цыгинцева мы с вами отмечаем. Это он 2 очка набрал. Заканчивается третья четверть. Кабрера. Передача тяжелая. А все, время вышло. Закончилась третья четверть. 58-51 у нас с вами. Ну, четвертая явно будет очень яркой. Так что оставайтесь с нами, дорогие друзья. Давайте маленькую паузу сделаем и вернемся к началу четвертой. Пока мы с вами наблюдаем за опасными моментами и за яркими моментами, которые были организованы в рамках третьей четверти, давайте поговорим про статистику. Это важно. А пока лидер нападения Венесуэлы — это все тот же Андрес Мореро. Никто более 10 очков не набирает, но подбирается Энрике Медина. Джиан Арангурен подбирается туда к 10 набранным баллам. Ну а что касается Пармы М, вот здесь Сергея Вшивкова мы должны отметить, он молодец. У него 14 уже к этому моменту. Плюс Семен Шейко 9 набирает. Иван Миронов 8. Ярослава Жучкова 7 набранных баллов. А что касается персональных замечаний, то у Глеба Кремлева 3, у Михаила Стафеева уже 4. Это проблема. Григорий Головченко 3, у Ярослава Жучкова тоже 3. У Венесуэлы в этом плане только, наверное, Алана Кабреро мы можем отметить со знаком минус. У него 4 персональных. У Энрике Медина 3, у остальных все в этом плане намного-намного проще. То есть команда Венесуэлы, она заставляет на себе чуть больше фолить. Из-за этого образуется проблема у Пармы М. Но мне хочется верить, что это не выльется в нечто серьезное в концовке четвертой четверти. Нам так быстро-быстро
продемонстрировали статистику после третьей четверти, что мы имеем? Опять же, скромные 28% реализация двухочковых у Пармы. Но зато они потихонечку улучшают свою статистику трешек, подбираясь к 40%. Это неплохо. Если так дальше будут продолжать, то, может быть, даже получится неплохой камбэк. Ох ты! В начале четвертой Диего Мачин попадает из-за дуги. Сергей Вшивков. Здорово его встречают. Вшивков. И вот направо. И бросает Иван Миронов. Он тоже попадает. Обменялись любезностями. Венесуэла. И снова из-за дуги. За кем подбор? За Сергеем Вшивковым, казалось бы. Ну, он не самый большой, он не самый рослый. Но Сергей — это как аккумулятор с руками и ногами. Он везде, он подбирает, он дает своей команде полезные минуты. И вот здесь Вшивков говорит: ну-ка, на-ка, вынимай, зрители довольные. Говорит: давай. Наши мальчики 61-57. Разница всего 4 очка. Венесуэла отвечает трешкой, но не точной трешкой. Не попал Джоан Арангурен. Шевков. Перехват. Арангурен. Сверху не забивает! Ой-ой-ой, ребята! Что же вы нас сегодня хотите до белого коленя довести? У меня одна мурашка успела на спину выскочить. И та размером со слона. А вот здесь точные два очка. 61-59. Ой-ой-ой, ребята. Потихоньку Пармаем возвращается. Вот это да, вот эта игра. Вот такого мы с вами и ждали. Эннберт Мата. Мяч оставил. Перевод. Кабрера смещается. Играет на Диего Мачина. Диего развернулся и хорош. Ну, вопросов тут, конечно же, не имеем. От кольца, вернее, нет, от щита. Он забивает. У него 11. Вшивка. Плохая передача получилась, но благо успевают партнеры. Степбэк 3. Это точное степбэк 3. Ох, 63-61. Всего лишь одно владение. Отделяют Пармуэм от Венесуэлы. Тайм-аут. У Сергея Вшивкова. Так, какой там? Сейчас мы с вами посмотрим. Какой у него фол. Это он фолит. Его тут же отправляют на скамейку. Так, у Вшивкова первый. Пока что фол. Такие же эмоции, да, у Антона Катаева, главного тренера Пармуэм. Ну, не мудрено. Концовка хорошая. Венесуэла. Передача на Гомеса. Он смещается. Мачин. 4 секунды. Нет, не попадают венесуэльцы, но они подбирают. Счетчик обнуляется. Можно никуда не спешить. Мореро. Но нет, там... Чуть раньше на нем фалили. Давненько мы, кстати, Андреса Мореро не видели на паркете. А, нет. То есть ему засчитали, да? Видимо, эндуан у него будет. Ну, а нам показывают эту эмоциональную трешку от Пармы. И Диего Мачин. Да, так и есть. Андрес Мореро может принести своей команде 3 очка в одной атаке, и он это делает. Но оно, дорогие друзья, наверное, неудивительно, что когда дело запахло жареным, сразу же отправили обратно созидать Андреса Мореро. У него 20 очков в активе. Венесуэла. Это снова Мореро. Бросать, наверное, будет. Нет, не стал атаковать. А вот Диего Мачин решился. Михаил Гуляев.
Чуть было Диего Мачин не перехватил мяч. Григорий Головченко. Видимо, на нем Андрес Мореро фалил. Андрес так зазернился в катарсисе. Сукаризный смотрит на арбитра. А, то есть вот в этом моменте, да? До того, как мяч пришел Григорию Головченко, или же в момент получения вот там фалил. Так, нет, стоп. Все-таки нарушение это правил было со стороны Пармы. Я просто отреагировал на действия Андреса Мореро. Думал, у него там какие-то проблемы возникли. Середина четвертой. Мореро бросал. Что случилось? Два штрафных будет у Венесуэлы. И теперь уже Семен Шейко. С непониманием смотрит на арбитра. Говорит, что да за что, господа, да за что. А, вот где он умудрился зацепить своего соперника. У Пармы М уже 4 командных фола. Андрес Мореро как настоящий спасатель. Но не Балибу, а Венесуэлы продолжает набирать для своей команды. Мореро первый попадает. И уже плюс 6 делает для своей команды. Это уже как минимум 2 владения нужно, чтобы догнать Венесуэлу. А вот это уже плюс 7. Так, у него еще один штрафной. То есть у него 3 штрафных. Он же в том моменте бросал из-за дуги, и на нем фалили. То есть 3 штрафных. Он как автомат. Попадает точно в цель. Делает 69-61. Да, для Пармы М это самое настоящее испытание и вызов. Теперь нужно за 5,5 минут придумать, как вернуться в этот матч. Нужен рывок. Шипков. Средний. Заряжает от щита. Так, а это аут. Это аут в пользу Пармы М. Быстро мяч в игру ввели. Шивков заряжает из-за дуги, но мажет. Подобрал Энрике Медина. И Венесуэла спокойненько пойдет вперед. Но я думаю, что вот сейчас в концовке она будет все больше и больше контролировать время. Расходы максимальное количество на каждую атаку. Прорывается Вилькерман Гомес. Ну, это интересный степбэк. И 2 очка Андреса Мореро, но он не попадает. Вы сами все видите, все написано на лице Энрике Медины. Но это он фалит в атаке. Да, чистой воды фалит. Сергей Шивков. Передача на Михаила Гуляева. Очередное нарушение. Неужто у седьмого номера? Да, у седьмого номера. Это снова Энрике Медина. А где у него нарушение? А, вот где. На Сергея в Шивкове он фалит. Тут же его меняют. Преодолели мы с вами середину четвертой четверти. Вводит мяч в игру Семен Шейко. Ай-яй-яй-яй-яй. Ошибается Парма М. Она теряет владение. Ну а Венесуэла в атаке. Мореро пока все идет через него. Гонсалес. Классная передача. Бросал из-за дуги Элиан Сентено. Подобрали гости. Гомес. Сыграл на Гонсалеса. Здесь же Лопес. 3. В дальнюю дужку. Пармы М. Надо уже поторапливаться. Нужны хорошие моменты. Нужны попадания. Шейко. Бросает. Ну, тяжелый получился бросок. На подборе первый Элиан Сентено. Как не пытались там три игрока Пармы М подобрать.
но не смогли. Гомес. Андрес Мореро. Гомес. Играет в угол. Оттуда трешка, добавление. Вот вам, пожалуйста, вот те самые очки второго шанса. Элиан Сентено добавляет для своей команды еще 2 очка в копилочку. И счет становится 71-61. Отрывается Венесуэла в концовке этого матча. Ну, у нас с вами теперь вопросы к команде Антона Катаева. Давайте послушаем, что говорит тренер Пармы. Друзья, наверное, резюмировать Антона Катаева очень просто. Он сказал ровно то же, о чем мы с вами проговорили. Команда Пармаэм дает очки второго шанса. Она дает добавлять. И в этом проблема. Антон Катаев и как раз говорит, даже, наверное, в большей степени это крик души. Он говорит: ребята, ну, вы должны сами подбирать нас, хотя бы на своем щите. Хорошо, подбирайте сами, решайте вопрос в свою пользу. Ну, а если вы отдаете вот эти моменты в Венесуэле, конечно же, рано или поздно они все равно ими воспользуются, они все равно будут набирать, и возвращаться будет куда сложнее. Иван Миронов. Так, здесь нарушение правил. Владение, естественно, будет у Пармы М. Так, там показывал всеми силами Вилькерман Гомес, что от ноги игрока Пармы мяч улетал. Но нет, от него. То есть там сначала, судя по всему, в ногу он попал игроку Пармы, а уже потом от него ушел. Ну, казалось бы, ну здесь-то нужно забивать, попадать. Шивка мажет. Подбор под чужим щитом. И все-таки 2 очка набирает Григорий Головченко. Очень непросто. Вот те самые очки второго шанса. Григорий Головченко все здорово сделал, разобрался. 71-63. Гомес. Мореро. Он продавливает, разворачивается. Сейчас попробует бросить. Нет, отдает. Перевод на Лопеса. А аут. Да, заступил Вилькерман Гомес за лицевую линию. Арбитр это тут же отследил. Это потеря для Венесуэлы. Сергей Вшивков. Налево сыграл. Передача в трехсекундную. Без нарушения правил отрабатывает Хосе Гонсалес. Хосе сыграл на Элиана Сентено. Гонсалес из-под кольца 2 очка. Снова плюс 10 для гостей. Буквально вот-вот будет двухминутное предупреждение. Зрители очень здорово поддерживают Парму М. Напоминаю нашим уважаемым зрителям, которые с нами на трансляции, сегодня чуть позже будет еще одна игра. Там уже основная команда Парма сыграет против сборной России. Это будет в 12:30 по московскому времени. Если у вас есть возможность, обязательно приходите в универсальный дворец спорта «Молот». Если же такой возможности нет, то смотрите трансляцию ВК Российской Федерации баскетбола. Возвращаемся мы с вами к событиям на паркете. Пробивать штрафные будет Вилькерман Гомес. Первый попадает. У него уже 8 очков. Если и второй попадет, то будет 9.
Да, и он второй отправляет точно в цель. 75-63. Вернулось обратно комфортное преимущество для команды Венесуэла. Они в четвертой пока ведут со счетом 17-12. Ой, какая передача. Ну, здесь, конечно же, сверху уверенно забивает Хесус Лопес. Тайм-аут. Пармаэм расходует еще один тайм-аут, потому что образовался самый, что ни на есть, настоящий рывок. 77-63. Плюс 14 у гостей. Как это все нивелировать, ну, наверное, знает только Антон Катаев. Другого не дано. Остается минута и 50 секунд. Давайте послушаем Антона Катаева. Антон Катаев говорит, что нужна быстрая атака. Да, тут, наверное, с ним нельзя не согласиться. Опять же, мы по ходу этого матча несколько раз с вами упирались ровно в следующее. Команда Пармаэм, она как будто вот застаивается на одном месте. И нужно что-то, чтобы эмоционально и, опять же, с точки зрения счета, сдвинуло бы игру. Что может быть какие-то 2 очка или, может быть, даже 3. Сдвинуть дело с мертвой точки, но там будем посмотреть. Иван Миронов вел мяч в игру. Тайм-ауты закончились у Пармаэм. Сергей Вшивка падает, на нем фолят, он будет пробивать. Давайте еще разок смотреть. Вот он, Вшивка. Он втыкается буквально в Вильгельмана Гомеса. Так, а там еще, видимо, бесплатные фолы не закончились у Венесуэлы. Да, так и есть. Я думал, будет пробивать, но нет. Быстро ввели мяч в игру пермяки. Старается развернуться Платон Циквинцев. И это перехват. Венесуэла идет в атаку. Лопес оставляет мяч, размениваются игроки гостевой команды. Арангурен за дугу, оттуда неточный бросок. Но, опять же, подбор за Элианом Сентено. Сентено, крюк, не забил, но остается всего минута на все про все. Тайко. Из-за дуги, молодец, точно в цель. 77-66. Разница в 11. Элиан Сентено. Последняя минута, четвертая. Диего Сульбаран. Здесь Алан Кабрера. Что-то приключилось. Платона Циквинцева нам показывают. Он фалит. А, вот в этом моменте он фалит. И арбитр тут же на это указывает. Так, у Платона первый фол, но это уже не имеет значения. Алан Кабрера на ваших экранах. Не попадает Алан первым. Но второй отправляет в цель. Итого 78-66. Для Алана Кабреры это вообще первые очки. Пармаэм идет в атаку. Но
Ну, торопится. Явно пермская команда, другого варианта нет. Пытается сходу организовать трешку, но не попадает. Там, правда, нарушение правил. Диего Сульбарану нам показывают. Еще одна атака будет у Пармы. Сульбарану выписывают первый фол. Еще одна трешка. Неточная, подбор за Венесуэлой. Но, наверное, они уже это преимущество не отдадут. Был момент, когда Парма М подтянулась по очкам и казалось, что ну все, перелом в матче произошел. Однако подопечные Ивана Гарсии и Круса все-таки смогли взять игру под контроль. И они делают так, чтобы концовка этого матча для них была очень простой. Безэмоциональной. Здесь пытался сверху атаковать Риан Сатено. Поздравляем Венесуэлу с победой. Армия, говорим, ребята, не вешает нос горды Марины. Завтра будет день, завтра будет пища. Однако давайте еще скажем, что потихоньку Фонбет Кубок Дружбы подходит к своему концу, к своему завершению. Искренне хочется верить, что болельщикам и всем нашим зрителям этот турнир понравился. Посмотрели мы и на Парму, и на молодежку Пармы. И опять же для тренера сборной России определенные там были моменты, которые, так сказать, пища для размышлений. В общем и целом можно было и молодых игроков посмотреть. Ну и, конечно же, своих опытных тоже показать. Заканчивается эта встреча. Здесь уже благодарят друг друга тренеры. Ну и игроки тоже благодарят друг друга со счетом 80-66. Заканчивается эта игра. Команда Венесуэлы одерживает победу. Вместе с вами за этим матчем следил я. Меня зовут Никита Фомин. Всем спасибо. Мы с вами сейчас подведем итоги этой встречи. Обязательно поговорим про статистику, про лидеров нападения. Четвертая четверть заканчивается со счетом, так, со счетом 22-15. То есть Венесуэла плюс 7 выиграла эту четвертую. По сути, у нас с вами первая и последняя четверти оказались определяющими. Это Фонбет, первый букмекер. А это не торт, это Эльбрус. Первая по высоте гора в России. И отличный символ того, что Фонбет уже 30 лет является первым и главным букмекером страны. А это не высота Эльбруса. Это фрибет до 15 тысяч без депозита. Если играть, то с тем, кто на вершине. Фонбет. Первый букмекер. Миронов и Семен Шейко. Ну, конечно же, Сергея Вшивкова мы не забываем. Эти парни набрали больше 10 очков. В частности, Иван Миронов 13 набирает, Семен Шейко 12. И у Сергея Вшивкова 17 очков в активе. Сегодня не так хороша была в плане подборов команда Парма М. 43 подбора она организовала против 45. Но это, конечно же, все сравнительно. Если мы говорим про матч против сборной Колумбии. Там очень много было подборов и вот тех самых очков второго шанса, про которые говорил Антон Катаев. Оказалось, что в третьей четверти все-таки подтягивается Парма М, но не все так радужно. И даже в начале четвертой был очень хороший рывок. Даже, может быть, где-то показалось болельщикам, что все, перелом произошел. Однако Венесуэла смогла совладать и сама с собой, своими нервами, ну и, конечно же, с игроками Пармы. Несколько раз мы с вами констатировали, что подборы имеются у Венесуэлы под чужим щитом. И они этими подборами умело пользуются. Появился опять же Морера, вот тот самый злой гений этого матча. И снова начал давать своей команде хорошие моменты. Как только запахло жареным, как мы с вами говорили, тут же главный тренер Венесуэлы отправляет на площадку вот этого Мореро. И он продолжает создавать, он продолжает провоцировать игроков, которые на нем нарушают правила. И он продолжает давать своей команде очки. Вот он активничает. Снова он в объективе телекамер. Набирает, проходит под кольцо. Его сложно остановить. Но даже несмотря на то, что сдваивание, вот так вот он посматривает на арбитра. Говорит, а где же? А где же свисток? Где же мой эндуан? Но ему в ответ Сергей Вшивков.
неплохо действует. Здесь в этом моменте Платон Цыквинцев такой вот крюк организовал. Старались игроки Пармы еще находить для себя хорошие моменты, но несмотря на то, что Антон Катаев брал тайм-аут, и когда чувствовал, что отрывается Венесуэла, парни все-таки не смогли реализовать свои моменты. Они не смогли подтянуться в концовке этого матча. Хотя был там отрезок где-то примерно в середине четвертой четверти, когда две или три очень красивые трешки подряд залетели у Пармы. Венесуэла в этот момент выглядела потерянной. Но вот поддержать это начинание, так сказать, раздуть эту искру, все же не удалось. И, пожалуй, это было определяющим моментом. Здорово, Венесуэла реализует свои дальние броски в этом матче. Отмечаем мы с вами почти 40% реализации трехочковых. Но, к слову, у команды Парма-М тоже был примерно такой же показатель 40%. Да, он в концовке немножко подпортился. Там порядка 30% реализация трехочковых. А вот в плане двухочковых все-таки хозяева несколько подтянулись, но оказалось очень поздно. 50% реализация двухочковых бросков у Пармы. Что касается... А, нет, прошу прощения, это 50% как раз у Венесуэлы. У Пармы 30% реализация двухочковых. Тут не в ту статистику, не в ту заявку я посмотрел. Так вот, по штрафным броскам 73% у Пармы М с точки и 80% реализовала Венесуэла. То есть в основном именно за счет вот этих вот средних бросков и бросков из-под кольца, опять же за счет очков второго шанса, Венесуэла зарабатывает себе то самое нужное преимущество. Даже, наверное, нарабатывает себе то самое преимущество, которое становится определяющим в этом матче. Мореро снова на ваших экранах, лезет под кольцо, на нем фолят. Это момент, когда очень эмоционален был Энрике Медина. Это уже концовка матча. Венесуэла, вот опять же те самые очки второго шанса. Элиан Сентено здорово себя демонстрирует. Ну а здесь Пармаэм пытается вернуться, но этого становится недостаточно. Там нужно больше и больше, а этого больше и больше уже нет. Или же времени не хватает. Наши поздравления Венесуэле. Пармы М говорим спасибо. Совсем скоро начнется еще одна игра. Дорогие друзья, обязательно ее посмотрите. Там уже сборная России против взрослой Пармы сыграет. Ну а мы будем потихонечку закругляться, пожалуй. Показывают нам Венесуэлу. Она довольна происходящим. Вернее, игроки, конечно же, Венесуэлы. Попал вот здесь Семен Шейко. И здорово сопротивление Джоан Арангурен. На этом все, уважаемые дамы и господа. Мы с вами встретимся. Мы обязательно встретимся еще не раз на баскетбольных паркетах. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.